А вот сейчас посмотрим за очередным дебютом. Как-то парадоксально звучит для дебюта таких опытных спортсменов, но это дебют тренерского штаба Этери Тутберидзе в качестве тренеров пары. Пары очень сильной, пары уже титулованной и пары, которая готова, несмотря на все свои достижения и титулы, продолжать развиваться и прогрессировать. Короткая программа в исполнении Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, честно говоря, не просто зацепила, она прям покорила. Вот эта история «Пигмалиона и Галатеи», она была шикарной. Сейчас музыка Дэвида Уилсона, «Маяк», Евгения Тарасова, Владимир Морозов, произвольная программа. Yeah.
Как же хочется, чтобы у всех наших пар в этом сезоне все получилось. Я понимаю, что да, так не бывает, но так переживаешь за каждого. И Женя и Володя начали программу, ну, изумительно. Вот это дыхание, ну, хореография, сочетание, кантиленность, одно перетекает в другое. Это нельзя не видеть, это нельзя не отмечать, об этом нельзя не говорить. И здесь нет такой, может, вот этой музыкальной поддержки, а есть как раз такая, как я люблю, в общем, тонкость, утонченность, интеллигентность и чистота. Поэтому с точки зрения программы, вот здесь как раз одни восторги, одни комплименты и комплементарное настроение. Но с точки зрения элементов, конечно, ну, мы договорились, что мы не комментируем ошибки, потому что еще начало сезона, еще всем надо набирать, набирать и набирать. И понятно, что нельзя быть в начале сезона абсолютно готовым. Но, к сожалению, ошибок было много.